Меня зовут Валерия, и я модель. Знаете, многие считают, что модели и юмор — это несовместимые вещи. Не соглашусь. Вот если взять среднестатистическую модель и поместить ее в любую ситуацию, кроме подиума, поверьте, будет очень смешно. Итак, представьте, две модели грабят ювелирный магазин. Так, ну все, рабочий день закончился, все, пора домой. Блин, ты где? Ты зачем купила зимние колготки? Я ничего не вижу. Да, 120 лет — это, конечно, перебор. О май гад! Сколько тут всего! Там еще 20% скидка. Слышь, малышка, у нас тут сегодня на все 100% скидка. Так я не поняла, о чем мы тогда грабим, если у нас такая огромная скидочная карта? Вот наша скидочная карта. А, пиф-паф, тру-ля-ля, мы модели, у-ля-ля. Я вам не мешаю, нет? Женщина, вы еще нормальная. Это ограбление. А, ограбление? Тогда отключи, потом тут сами все закроете. Стоять! Мы сказали, это ограбление, и ты у нас в заложниках. Девочка моя, я в заложниках у сериала «Гранатовая любовь». По-моему, через 20 минут начинается, так что все, разойдитесь, пожалуйста. Слушай, она сейчас уйдет. Что нам делать? Давай сначала успокоимся. Давай вспомним, чему нас учили в модельном агентстве. Чему? В любой непонятной ситуации снимаем колготки. О, вот это я завелась. А ну быстро встала на рабочее место. Давай. Не, ну нормально. Там Алексей, наверное, уже вовсю изменяет Анжелике. Я должна тут торчать. Ну что такое? Ну? Так, тетя. Войди, пожалуйста, в наше положение. Мы вообще-то грабим. А ты свой сериал можешь и в интернете посмотреть. Слушайте, так может вы тогда интернет-магазин ограбите, а? Реально, это же можно было ограбить, не выходя из дома. Быстрее можно. Да, конечно, конечно. Тогда доставай кэш и выкладывай всю кассу. О, у нас сегодня только безналичный расчет был, представляете, да. Так догони сюда свой терминал. Ну? Все, бабосики у нас. Мы теперь как Бонни и Клайд, только Оля и Катя. Ты че? Ты че? О, боже, мне постоянно дозвонился. Ты че, тю-тю? Ты че, зачем ты при ней сказала наши имена? Слушай, ну откуда она узнает, кто из нас Оля, а кто Катя? Блин, да, Оля, извини. Ничего, Кать, все в порядке. Я не обижаюсь, потому что... Жуковцова и Никитина, подружейшн, дефилейшн, дистрофейшн. Слушайте, ну там Алексей уже где-то закапывает труп Анжелики. Ну быстрее, я вас умоляю. Так, значит, денежки у нас, а давай еще заберем драгоценности. Конечно, давай, это возьми. Значит так, клади вот это, вот так, это. Так, витрину не лапайте, я только ее помыла. Хорошо, я не буду лапать, а ты сама золотишко складывай, сумку давай. Вы что, прикалываетесь, это ваша сумка? Я тебе говорила, нужно сумку побольше брать. Да нормальная сумка, там еще и потайной кармашек есть. Значит, клади браслетик. И тот браслетик. А что вот тут блестит? Вон, вон, вот там, вот там. Это вилка, я голубца ела. Клади! Всем приветики, пистолетики. Че, у кого как? Мы вот с Олечкой грабим ювелирку. Ты че вообще, тетю-ля-ля? Ты че, прямой эфир ведешь? Конечно, помаши ручкой. Блин, сейчас 6 часов вечера, все идут с работы, никто его смотреть не будет. Придурочная, вас все время камера наблюдения снимает. Ты чё сразу не сказала? Что происходит? У нее просто одна сторона рабочая. А у меня две, смотри. Работа, 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 работа. Закончили? Нет, мы не закончили.
Для того, чтобы закончить, мы должны, как все грабители в фильмах, рассказать, почему же мы решились на это преступление. Не, вы на самом деле можете не рассказывать. Значит так, наше агентство переживало очень сложные времена. Не, я серьезно, а можно как бы не рассказывать? Это произошло 2 недели назад. Мне неинтересно. Женщина вы такая невоспитанная. Вы можете проявить хоть капельку уважения? Олечка готовилась. Продолжай, Оль. А я уже не хочу. Довольно, ты ее обидела, извинись. Чё? Да вы издеваетесь. Мирись, 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 и больше не дерись. Короче, наше агентство закрыли, а нас выгнали. А кому нужны 19-летние старухи? Тем более, мне скоро 30. Так, что это перебор какой-то, все. Алло, полиция? Да, тут ограбление на Пушкинской, 33, ювелирный магазин. Приезжайте, жду. Спасибо, спасибо. Ты кому звонила? Маме. Маме? Мамочка, это святое. Слава Богу. Катя, Катя! Катенька, нас спалили. Слушай, а ты не знаешь, где мы могли проколоться? Знаю. Значит так, нужно срочно отсюда сматываться. Боже мой, в Uber повышенный тариф 130 гривен. Мы за 130 гривен не поедем. Это какой-то грабеж. Вы окружены, выходите с поднятыми руками. Мы не выйдем с поднятыми руками. Почему мы не выйдем с поднятыми руками? Тебя под мышками пятна пошли. Нет, не выйдем. Это вы входите с поднятыми руками. Хорошо, мы отправляем к вам переговорщика. Смотрите, все хорошо, у меня ничего нет, видите? Угу. Так, девчуля, а ну-ка быстро сдали оружие и отправились в тюрячку. Лерка, тут что, лес? Олька, Катька! Фэшн! Женщина, сфотографируйте нас, пожалуйста. На, держи. Так, стали. Быстро. И ради этого я пережила менингит. О май гад. Супер, супер. Мы столько лет были в одном агентстве. А чё ты, где ты, шот вообще? Ну, я теперь работаю в полиции. Вау, Лерка, ты теперь мусор. Слушайте, а может я пойду, а? Она с вами? Ты чё, это заложник? Короче, я теперь работаю в полиции, да. А потом я встретила мужчину, да, мужчину. Потом, короче, мы полетели с ним на Мальдивы, да. Потом мне сделал предложение. Ага. Потом мы с ним поженились, да. А потом мне изменил с другой козёл. Козёл. Блин, Лерка, какие у тебя насыщенные выходные были. Скажи. А у нас, короче. Девчули, мне кажется, у вас заложник заболел. А нечего было под кондиционером стоять. Угу. Короче, мы с Олькой заключили. Так, я извиняюсь, что я прерываю вашу встречу выпускников, но, может, вы их арестуете в машине, поговорите потом, а? Точняк. Блин, она такая умная. Короче, я ж пришла вас забрать в тюрячку. А что такое тюрячка? Рассказываю. Сидишь в маленькой комнатке, потом идешь взад, вперед. Потом снова сидишь в маленькой комнатке. Слушай, так это прям как в Ukrainian Fashion Week. Да. Я хочу в тюрячку! В тюрячку! Лера, выводи их. Телевидение приехало. Телевидение, побежал! Телевидение! Какие не здесь смеются над собой. Это женский квартал.